Не был понятен этот смех, я поэтому как бы, ну, дал ему, ну, как бы, костыль, в смысле, это мужик шутку нашу. Я бы испуг вообще здесь не играл, типа, вообще. Вообще никакого, типа, вот это. Он вообще не воспринял это, то, что он там заорал. Хороший, как шутка, ну, мужик, пошутил, да, хорош там, ладно. Да его я первый раз спрашиваю, когда он замечал, за ним какой-то, ну, пока я не знаю, он же еще не интересует. Да ладно тебе еще. Он пришел, как он говорит, дурак. И тут таким повелся. Он так сказал, ладно, и тогда, и ты потом, что он делает от передумки. Он спит. Это действительно смешно. Он сам не верит. Он так заерепенился, типа там. Да, потом вот я говорю, ты что, всегда так не вот уже? Ты что, всегда так уже? Смотри, по шее получается. Посмотри. Уже по шее. Я не знаю, сделай. Или что это? Отметь, ну давай еще.